Маленькому Олежке нужна помощь. У ребенка тяжелая форма ДЦП и ряд сопутствующих диагнозов. Его родители 2,5 года борются за жизнь и здоровье малыша. Врачи сначала поставили крест на мальчике, посчитали, что у него отсутствует потенциал для реабилитации. Тем не менее, от занятий, массажа и ЛФК результат есть. Чтобы его укрепить, нужно отправить ребенка в Москву, к специалистам, которых нет в нашем городе. Центр «Галилео» готов принять Олега и его маму. Но нужны деньги, которых в семье попросту нет. Сумма в 100 с лишним тысяч неподъемная. Если вы хотите помочь Олежке, номер счета вы видите на экране. Родители будут рады любой сумме. Где-то вот полгода у меня этот счет лежит, и я просто не в состоянии воплатить и поехать с ребенком на лечение. Вот. Ну и там еще плюсы в том, что очень много каких-то методик, которые в Иванове просто не распространены и нету специалиста. Хотя вот для таких тяжелых детей это самый действенный, например, вариант. Тогда же Войта, тот же Фельдекрайс для осознания себя ребенком, чтобы он почувствовал свое тело, чтобы он понял, что он живой, что он существует.